Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 15, ок 9, выражение А. Найдем его значение. 70050 умножить на 607, разделить на 467 минус 30104 минус 396 умноженное на 90, разделить на 840 и прибавить 52633. Данное выражение мы разделим на три части. До знака минус это будет первая часть нашего выражения. После знака минус до знака плюс это будет вторая часть нашего выражения. Затем знаком минус мы свяжем первую и вторую часть нашего выражения. Отнимем от первой части вторую. Затем к данному значению прибавим третью часть нашего выражения 52633. Итак, начинаем работать с первой частью нашего выражения. Выполняем умножение. 70050 умножим на 607. Одно из чисел круглое, то есть заканчивается на 0. Данный 0 мы записываем справа от чисел, а числа подписываем под числами. И начинаем выполнять умножение, не обращая внимания на данный 0. 7 умножить на 5 будет 35. 5 пишем, 3 запоминаем. 7 умножить на 0 будет 0. Прибавим 3, записываем 3. 7 умножить на 0 будет 0. 7 умножить на 7 будет 49. 0 умножить на 5 будет 0. И записываем под нулем. 0 на 0 и 0 на 0 – это 0, 0. 0 умножить на 7 будет 0. Теперь умножаем шестерку. 6 умножить на 5 будет 30. 0 пишем под шестеркой, а 3 запоминаем. 6 умножить на 0 будет 0. Да еще 3. Записываем 3. 6 умножаем на 0 будет 0. 6 умножаем на 7 будет 42. Сносим 0, который мы записали справа, и складываем полученные значения при умножении. 5, 3 плюс 0 – 3, 0, 0 и 0 будет 0, 9 прибавить 0 и прибавить 3 получится 12, 2 пишем 1 в уме, 4 плюс 0 и плюс 1 будет 5, сносим 2 и 4. У нас получился ответ 42 520 350. Данное значение мы будем делить на 467. Найдем первое неполное делимое – 4252. Делим на 467. Возьмем по 9. 9 умножаю на 7, получаю 63. 3 пишу, а 6 в уме. 9 умножаю на 6 – будет 54. Да плюс 6 – будет 60. 0 пишем, а 6 запоминаем. 9 умножить на 4 будет 36, да еще 6, итого 42. У нас получилось 4203. Отнимаем от 4252. 2 минус 3 не отнимешь, занимаем у 5. 12 минус 3 будет 9. 5 – это 4, отнимаем 0, получаем 4. 2 минус 2 – 0, 4 минус 4 – 0. Нули можно не записывать. У нас получился остаток 49, он меньше делителя. Сносим 0. 490 – это наше второе неполное делимое. Делим на 467, берем по одному. 1 умножаем на 467, получаем 467. 490 отнять 467. 0 минус 7 не отнимешь. Занимаем у 9. 10 минус 7 будет 3. 8 минус 6 будет 2. 4 минус 4 будет 0. У нас получился остаток 23. Он меньше делителя. Сносим 3. 233 – это наше третье неполное делимое. Делим на 467, берем по нулю. Сносим 5. 2335 делим на 467, берем по 5.
5 умножить на 7 будет 35. 5 пишу, 3 запоминаю. 5 умножить на 6 будет 30. Да еще 3. Получится 33. 3 пишу, а 3 запоминаю. 5 на 4 будет 20. Да еще 3. Получится 23. 2335. Отнять 2335 будет 0. Последний 0 из делимого мы переносим в частное. В первой части нашего выражения у нас получилось 91050. Теперь начинаем работу со второй частью нашего выражения. Она начинается от знака минус и кончается знаком плюс. В данной части выражения в первую очередь мы будем выполнять действия в скобке. То есть от 30104 отнимем 396. При вычитании многозначных чисел в столбик мы записываем эти числа разряд под разрядом, а вычитание начинаем с разряда единиц. 4 минус 6 не отнимешь. Занимаем у единицы. 14 минус 6 будет 8. 9 минус 9 будет 0. 0 минус 3 не отнимешь. Занимаем у 3. 10 минус 3 будет 7. Сносим 9 и оставшихся 2. В скобке у нас получилось значение 29708. Далее это значение мы будем умножать на 90. 90 это круглое число, поэтому 0 мы выносим далее за числа. Записываем его справа и начинаем умножение, не обращая на него внимания. 9 умножить на 8 будет 72. 2 пишу, 7 запоминаю. 9 на 0 будет 0. Да еще 7. Записываю 7. 9 на 7 будет 63. 3 пишу, а 6 в уме. 9 на 9 – 81. Прибавляю 6, получаю 87. 7 пишу, а 8 в уме. 9 на 2 – 18. Да еще 8. Получится 26. Получается ответ 2 673 720. Далее данное значение мы будем делить на 840. Обратите внимание, и в делимом, и в делителе есть нули. По одному нулю мы убираем. Это не повлияет на конечный результат. И записываем такой пример. 267 372 разделить на 84. Находим первое неполное делимое. Это 267. Делим на 84. Берем по 3. Умножаем 3 на 84. 3 на 4 – 12. 2 пишу, 1 в уме. 3 на 8 – 24. Да еще 1. Будет 25. 267. Отнять 252. 7 минус 2 – будет 5. 6 минус 5 – будет 1. Сносим 3. 153 – это наше второе неполное делимое. Делим на 84. Берем по одному. 1 на 4 будет 4. 1 на 8 будет 8. 153 минус 84. От 3 – 4 не отнимешь. Занимаем у 5. 13 минус 4 будет 9. 4 минус 8 не отнимешь. Занимаем у единицы. 14 минус 8 – это 6. Остаток 69, меньше делителя. Сносим 7. 697 – это наше третье неполное делимое. Делим на 84 и берем по 8. 8 на 4 – 32. 2 пишу, 3 запоминаю. 8 умножить на 8 будет 64. Да еще 3 – 67. Отнимаем данное значение от 697. 7 минус 2 будет 5. 9 минус 7 будет 2. 25 – это остаток. Проверяем, он меньше делителя. Сносим 2. 252 – это наше четвертое неполное делимое. Делим на 84, берем по 3. 3 на 4 – 12. 2 пишу, 1 в уме. 3 на 8 – 24. Да еще 1 будет 25. 252 минус 252 будет 0. Получили ответ 3183. Мы совершили действие в первой и во второй части нашего выражения. Теперь свяжем эти две части знаком минус. То есть
то, что мы получили в первой части, а это 91 050, мы отнимем то, что мы получили во второй части, 3183. 0 минус 3 не отнимешь, занимаем у 5. 10 минус 3 будет 7. 4 минус 8 не отнимешь, занимаем у единицы. 14 минус 8 будет 6. 9 минус 1 – это 8. 0 минус 3 не отнимешь, занимаем у 9. 10 минус 3 будет 7. 9 превратилось в восьмерку. Ответ 87 867. Мы дошли вот до этого знака плюс, связав первую и вторую часть выражения. Теперь нам остается к данному значению прибавить 52 633. При сложении многозначных чисел в столбик мы записываем разряд под разрядом и начинаем сложение с разряда единиц. 7 плюс 3 будет 10. 0 пишу, 1 переходит в следующий разряд. 6, 3 и 1 – это также 10. 0 пишу, 1 в следующий разряд. 6 плюс 8 – 14, да еще 1 будет 15. 5 пишу, а 1 переходит в следующий разряд. 7, 2 и 1 – это 10. 0 пишу, а 1 в следующий разряд. 8 плюс 5 будет 13, да еще 1 – 14. У нас получился ответ 140 500. У вас возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.